Светов мне казался умным. Ну, мне до сих пор кажется. Я попрошу режиссера сейчас немножечко отключить мою трансляцию, а я пойду исправлю камеру. Война на территории какой страны происходит? Запускай стрим на канале Silent Film. Доброе утро, Иран! Это не воздушная тревога, это рок-н-ролл! Давай, включай. Пэйл, сколько на котят нужно? Котятам помогу. Очередной день в году, когда грань между мирами и мультивселенной тончает, а обнажаются детали из параллельного мира, где ЗЗР не развалился. Я уже устал болеть и лечиться, поэтому завтра... Это не выход. Это не выход, чел. Всегда есть... Мои ролики. Это вас сразу выведет из одного плохого состояния и введет в хорошее. Понимаете? Состояние. Ну, понимаешь, суть моего контента, она именно в том, чтобы было и вот про философию, про говно. Потому что, ну, смотри, вот бездомная собака, например, да, ходит там, лает, тявкает. Вот если с ней что-то случилось, если ее машина сбила, тебе будет ее жалко? Будет, конечно. Собака-то она точно не человек. То есть, ну, собаку жалко. Много кого жалко, много что жалко. Все нормализуется. Так нельзя делать, чувак. Это неправильно. Я понимаю, что я не понимаю. Эта сила есть сила неутолимого желания дойти до конца и в то же время конец отрицающая. Это есть сила беспрерывного и неустанного подтверждения своего бытия и отрицания смерти. Каково тебе? Ну, собаку жалко. Хорошо. Здесь наши дороги расходятся. Ну, давай, всего тебе, удачи. Все, до новых встреч. Скоро свидимся. Лайла Тов. Сладких снов. Пока-пока. Копеечка, копеечка, катись ко мне в карман.